Всем привет, с вами Степром, и сегодня покажу Creeper мод для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, по названию мода можно догадать, что он добавляет нам каких-то новых криперов. Ну, первый крипер это вот такой алмазный, состоящий из алмазной руды. Так, второй это у нас уже железный получается крипер. И это у нас углевой. Ну, я не знаю, как его еще назвать, так как он стоит из угля. И это у нас золотой крипер. Так, наверное, многие хотят посмотреть, как или что с них выпадает. Вот золотого крипера выпадет золотой забор и золотая руда. Но это все логично. Только я не знаю, что золотой забор. Смотрите, новая вещь, которая попадает с них. Так. Ну, пройдемся дальше. Так, мы остановились на нем. Это у нас эмеральдовый крипер. Лазуритовый. Ну, пока они у нас идут все из руды. Это у нас идет какой-то особенный крипер, которого, когда мы взрываем, у нас происходит лаг. Задержка небольшая. И у нас взрывается почти, ну, половина, не половина, но взрываются карты. И появляются такие, как бы, ну, не знаю, как сказать, черточки. Вот, ну давайте пойдем посмотрим еще дальше. Все новые криперы хранятся у нас здесь. Так, ну что ж, это у нас редстоунный крипер. Ничего особенного. Это у нас маленький крипер, которого мы можем назвать. Давайте его назову Дима и создадим. Нам показывает, что у него 20 хп. Это у нас, я не знаю, как назвать этого крипера, но это у нас крипер погоды. Да, он, походу, может менять погоду. Я не знаю, как это может произойти. Но когда мы стукнем крипера, маленький крипер начнет действовать и будет бить других криперов. Вот он просто бог, он убил этот крипер. И вот какой-то китаец крипер, да? Я не знаю, что это крипер. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.